Здравствуйте, сударыни и сударей. Не зря говорят, что мы дети солнца. Сегодня солнечно, и душа поет, и все расцветает. Посмотрите, какая красота! Последние несколько дней были удивительно препротивными. Шел дождь, пасмурно, холодно. Но вчера, именно в дождь, я посадила лук-порей. Не пришлось и поливать, все было мокро. Укрыла укрывным материалом, потому что на ночь обещали плюс 3, ну и для сохранения влаги. Также в теплице вчера я посадила помидоры, баклажаны, физалис. Это новая теплица. Замульчировала зону корней, укрыла укрывным материалом, а на ночь полиэтиленовой пленкой. Почему полиэтиленовой пленкой? Да потому что она предохраняет от мороза. Все-таки плюс 3, правда, в теплице, но... Это прохладно. Утром я пленку сняла, но укрывной материал оставила. Потому что, во-первых, сохранение влаги, и помидоры все-таки должны адаптироваться, прийти в себя. Посмотрите, как они себя чувствуют. По-моему, неплохо. Денька два пусть они под укрывным материалом побудут, а потом можно и снять. Если же будет угроза похолодания, тогда на дуги уложу укрывной материал, потом пленку. Точно так вот у меня в старой теплице сохраняются все эти дни помидоры и вся та рассада, которую я еще не высадила в открытый грунт. В старой теплице уже дней 10, как посажены все помидоры. Посмотрите, как они себя чувствуют. Ну а так, что же, будем радоваться хорошей погоде, началу огородного сезона 2020. Будьте здоровы, не хворайте и до встречи!